Эксперты оценили влияние коронавируса на рынок недвижимости. Пандемия коронавируса приводит к значительным изменениям на рынке жилой недвижимости в России. Первый тренд, возникший в новых условиях, рост интереса к недвижимости. Резкое обрушение курса рубля привело к тому, что россияне, хранившие свои сбережения в национальной валюте, стали пытаться спасти накопленное путем покупки жилья. Квартиры покупают как для собственного проживания, так и исключительно в инвестиционных целях. Второй тренд рынка. Сейчас заметное увеличение количества заявлений на ипотечные каникулы. Ограничения, введенные в связи с пандемией, привели к снижению доходов многих россиян, в связи с чем некоторые заемщики оказались не способны внести ежемесячные платежи в обычном режиме. Тренд третий. Это увеличение количества дистанционных сделок. Применительно, что раньше такая форма была характерна в основном для первичного рынка жилья. Сейчас россияне все чаще совершают дистанционные сделки и со вторичкой. Еще одна тенденция – рост спроса на аренду загородной недвижимости. Россияне стараются укрыться от пандемии за пределами крупных городов, в окружении природы и лишь небольшого количества соседей. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Карсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!